Are you alive right here, right now? We've crossed the line, but you're halfway back. Feels alone, you have got the none. We're here. Сегодня 24 мая. Сейчас 12 часов. Мы пришли с последнего звонка моей сестры старшей. Я там немножечко поснимала. Сейчас пойдем в Макдоналдс, скорее всего. А потом, возможно, дома почитаю. Может быть, нет, не знаю. Сейчас жду маму, она там что-то с сестрой разговаривает или что-то такое. И я сижу на улице, прекрасная погода, а в машине очень жарко. Могу, в принципе, сказать пока что о книге. Это то, что она пока что хуже, чем «Город в степи предупреждения», но все-таки неплохая, и мне пока что, в принципе, нравится. Ну, на самом деле, это еще практически начало. Я прочитала вот именно вот столько. Да, надеюсь, мне дальше понравится еще больше. Всем доброе утро! Сегодня уже 26 мая, уже почти скоро на самом деле лето. И да, вчера, в пятницу, я совершенно ничего не снимала и вообще не читала, потому что у меня произошло нечто очень грустное. Меня покинуло одно из моих любимых домашних животных. Это была черепашка Мони, ей было 6 лет, почти 7. Это было очень грустно, и поэтому я была не в состоянии просто снимать и читать тоже. Но сегодня планирую собраться и хотя бы чуть-чуть почитать. Да, сейчас я на 150-й странице Джейн Эйр. Пока что, в принципе, нормально. Хотя не так сильно мне нравится, как «Гордость и предубеждение», когда я его читала. Та книга захватила меня с первых страниц. А вот это пока что, ну не знаю, сложновато идет, хотя, в принципе, тоже нормальное. Еще я для себя узнала сегодня утром буквально очень-очень классную и радостную весть. И именно это то, что выходит продолжение, как бы казалось, трилогии про кота Алфи, на которую я снимала отдельный обзор. Вот эта трилогия. Я думала, она закончена, и это реально будет трилогия. Но нет, выходит четвертая книга, и я очень этому рада. Потому что я, как уже говорила в отдельном обзоре, очень люблю эту трилогию. Но теперь это не трилогия. Она выходит уже в июле 2018, и я очень-очень жду. Flee from secrets we never shared. Собственно, сюжет в книге, так он в том, что сирота заканчивает школу, сирота это Джейн Эйр, и она устраивается гувернанткой в одном доме, Тернфилд Холли, что ли он называется, как-то так, и она 3 месяца живет, там хозяин не приезжает, и тут он все-таки приехал, и, блин, он такой странный чувак, я вот только что дочитала до этого момента, его зовут мистер Рочестер, и я не знаю, он такой странный какой-то, что ли, злой, непонятный, и постоянно говорит с сарказмом, и я вообще не поняла его шуточек про эльфов. В общем-то, пока что не знаю. Джейн мне нравится гораздо сильнее. Конечно, не могу сказать, что книга прям так увлекает, потому что мне постоянно хочется поскорее закончить главу и что-нибудь сделать другое, чем читать. Хотя не могу сказать, что сюжет неинтересный. Я не знаю, почему меня не тянет читать эту книгу, потому что, в принципе, она неплохая, как бы. Да, сюжет интересный, много действий, при этом героиня очень классная, но почему-то меня не тянет читать. Не знаю. Я немножечко почитала, дошла примерно до 170-й страницы, а сейчас ко мне приехала моя лучшая подруга. И я не думаю, что сегодня получится почитать, хотя, может быть, когда она уснёт. Мы с моей подругой рисовали, и вот что получилось у неё. А вот что у меня. Ну, в принципе, это неплохо, потому что обычно рисую хуже. Хочу разрезать лазик. И Майя решила разрезать лазик. Лазик.
Мой. Фига, у тебя белая. Я просто хочу белый ластик. Я его только сегодня распаковала. Мы сейчас читаем вместе с моей подругой. Она читает «Затерянный мир» какого-то там автора. А я Джейн Эйр. Не могу никак дочитать. Еще даже до 200 страниц не дошла. Я уже приехала домой, Майя уехала, и я не вижу смысла дальше снимать, потому что сейчас уже 17:50, и, блин, я сейчас буду читать. Завтра у меня, кстати, последний не звонок, а линейка подводит итоги года, и больше я не буду учиться. Это была последняя неделя в школьном году. Давайте же подведем ее книжные итоги. За эту неделю я полностью прочитала «Фантастические твари, где они обитают» от Джон Роулинг, которой 290 с чем-то страниц. 291, по-моему. Я не знаю. Да, 291 страница. И, ну, чуть-чуть прочитала Джейн Эйр. Я сейчас на 210 странице. Их тут 600 с чем-то. Я не знаю, когда я закончу эту книгу. В принципе, она неплохая. Но она меня не увлекает, я не знаю почему. Вот так вот странно. Но я надеюсь дочитать ее на следующей неделе и приняться за что-нибудь легкое и милое. Также сейчас буду еще читать, так как у меня свободный день. И я, ну точнее вечер, и я, конечно же, потрачу его на чтение. Кстати, с Майей мы там активно читали, что мы будем делать с подругой. Мы сядем и будем читать, да. Вот так вот. В общем-то, да, я надеюсь, вам понравился этот мой книжный недельный влог, такой формат, в принципе. Если это так, то ставьте лайки, пишите об этом в комментарии. И да, вы были на канале «Книжная полка». Всем пока-пока!